Сегодня я познакомлю вас с проектом обновленного отчета по стартовой программе. Удобный, функциональный отчет уже скоро появится в наших личных кабинетах. Каким он будет? Давайте посмотрим. Как обычно, мы заходим в раздел «Отчеты». Здесь появится строка «Отчет по стартовой программе New». Вот он нам и нужен. Открываем. Вот он. В таблице вы видите ячейки, в которых содержится вся основная информация о новичке. Его телефон, e-mail, день рождения. А дальше колонки с номерами каталогов. Прошедшие каталоги, текущий каталог и будущий. Чтобы отчет был более компактным, ячейки с личными данными в любой момент можно свернуть. Для этого нажимаем на значок минуса сверху, и на экране остается самое важное. Обратите внимание, мы свернули личные данные, включая дату рождения. Но если у консультанта день рождения в ближайшие 7 дней, его строка подсвечивается зеленым цветом. В этот важный день не забудьте поздравить новичка. Также важную информацию о новичке мы можем увидеть, перейдя по ссылке под его именем и фамилией. Открывается карточка консультанта. Например, здесь мы можем уточнить, в каком городе зарегистрирован наш новичок. Нам важно знать удобное время для коммуникации, а оно зависит от часового пояса. А теперь самое главное – заказы новичка. В обновленном отчете мы видим одновременно оплаченные, неоплаченные заказы и даже корзину заказа. Нажимая на плюсики слева от строки, можно развернуть информацию о заказах. И далее, пройдя по ссылке под номером заказа, открыть карточку заказа. Зачем нам эта информация? Например, в карточке заказа мы можем узнать статус заказа или на какую точку сделан заказ. Можем рассказать ему нюансы. Нужна ли предоплата? Есть ли более удобные способы доставки в его населенный пункт? Возможно, рядом есть пункт выдачи и так далее. Новый отчет по стартовой программе помогает нам увидеть первые, наиболее важные периоды активности новичка. В шапке отчета прописаны номера каталогов, а также сумма заказа для первого шага. Колонка с текущим каталогом здесь предпоследняя. Номер текущего каталога выделен жирным шрифтом. Справа от нее будущий каталог. В определенной ситуации он также важен для нас. А слева – прошедшие каталоги. Работать с таким отчетом очень легко. Давайте посмотрим на примерах. Например, в текущем каталоге новый консультант сделал заказ. И его сумма достаточна для первого шага. Но мы видим, что заказ не оплачен. А значит, необходимо напомнить ему об оплате до конца каталога. Еще пример. Мы видим, что в прошлом каталоге новичок сделал пробный шаг. По новым условиям стартовой программы такой новичок может выполнить первый шаг в текущем или в следующем каталоге. Обязательно напомните ему об этом. В дальнейшем такого шанса уже не будет. А еще строка этого консультанта зеленая, значит, у этого новичка скоро день рождения. Нажимаем на его фамилию и уточняем дату рождения в карточке заказа. Не забудьте его поздравить. Еще один консультант. Мы видим, что в двух предыдущих периодах этот новичок выполнил два шага стартовой программы. Обязательно напомните ему о третьем шаге. Тут же мы видим, в предыдущих двух каталогах у него были оплаченные заказы от 1000 рублей. А значит, он вошел в программу Like Faberlic.
пришло время дать новичку информацию и об этой программе. Посмотрим еще один пример. Новичок идет по шагам и уже выполнил 8 шагов. Но в текущем каталоге он сделал возврат на сумму 460 рублей. Обратите внимание, мы видим сумму компенсации возврата, и она отображается в будущем периоде. Это очень важно. Необходимо напомнить консультанту, что в следующем каталоге нужно сделать покупку на 460 рублей больше, чтобы продолжить участие в стартовой. Следующий пример. Этот новичок сделал первый шаг 2 каталога назад и пропустил 2 каталога, не делал заказы. Его все еще ждет подарок, а мы с вами знаем, что по условиям стартовой программы подарок можно забрать только в течение 3 каталогов после выполнения шага. Очень важно напомнить ему о подарке и дедлайне. Он еще успевает забрать свой подарок, но только до конца текущего каталога. Если же вы забыли, какой подарок был на его первом шаге, можно пройти по ссылке сверху и уточнить. Нажав на ссылку, мы переходим в раздел «Новым консультантам». И там можно узнать, какие именно подарки предлагались за первый шаг в том или ином периоде. И, соответственно, напомнить ему об этом подарке. Как и в старом отчете по стартовой программе, в новом отчете внизу мы видим потенциальных участников стартовой. Не забудьте, что новичок может участвовать в стартовой программе только первые 6 каталогов после регистрации. Именно такие новички и входят в этот отчет. Каталог, в котором прошла регистрация, помечен. Обязательно каждый период информируйте потенциальных участников о первом шаге с подарком. У меня были такие случаи, когда человек делал заказ даже на 6-й каталог после регистрации, но только в том случае, если каждый каталог я отправляла ему информацию о новом подарке. И, конечно, здесь мы тоже видим зеленую подсветку «День рождения новичка». Друзья, работа с новичком – важнейшая часть нашего бизнеса. Новый отчет помогает организовать системы работы наставника с новым консультантом. Он наглядно покажет вам всю необходимую информацию. Но не забудьте, отчет – это лишь инструмент. Дальше дело за нами. Желаю вам повышения профессионализма, роста, новых перспектив в развитии бизнеса. Спасибо!